Павловна, я стоматолог-терапевт клиники Мегастом. В клинике работаю 22 года. Пациенты часто меня спрашивают, как лечить периодонтит. Периодонтит – это патологический процесс с разрушением костной ткани. Лечение проводится в несколько этапов и зависит от стадии заболевания. Приглашаем всех в клинику Мегастом на консультацию, профилактический осмотр полости рта, диагностику, лечение, которое проводится всеми современными технологиями и индивидуальным подходом к пациенту.